Я очень люблю свой город, самый лучший город Московской области – это Химки. Посмотрите, как кругом зелено, как красиво, как все ухожено, канал. Все прекрасно. Я не хочу никуда уезжать отсюда. Я уже 25 лет живу в Химках, занимаюсь спортом. С каждым годом все лучше меняется, все лучше и лучше. Дороги у нас хорошие, развязки строятся. Мост построили. Город красивый, очень зеленый, и очень хороший здесь воздух. Все украшается. Вот сейчас мы гуляли по парку Толстого. Я его помню много-много лет назад. И что, во что он сейчас превратился, это просто чудо. Красивый, все строится, все меняется. Арбат хорошо сделали, там фонтанчики для детей, они там бегают, прыгают. Этот город очень тихий и чистый, то есть нет такого, то что дыма, все вот. Химки уютный, зелененький городочек, он такой очаровательный. Сейчас ехала на электричке, там просто обалденно мягкие такие места, уютные. И здорово, что раз, ты с Москвы и уже рядом.